Ucuzu kısanlar, dışarıdaki kulağı var. Dışarıdaki kulağı. Hop diye yoktu. Znači, kada se našeg snijali, ben! Wow! Hey, say, oh, high five. Good. Oh my god. Good. Oh shit. Was that the guy that went too fast? Каин жалко, да? Что ли? Он тут и что ли, блядь?
Несколько сел оказались отрезаны от большой земли. Жертв нет, однако региону был нанесен значительный материальный ущерб. Для водителю шестерки, похоже, обойдется в копеечку. Как видно на кадрах, буквально доли секунды сыграла роковую роль. Феррари начинает движение на зеленый свет. В этот момент перекресток пытается проскочить отечественный автомобиль «шестерка». В результате ДТП получила значительное повреждение. Но куда обиднее, водителю дорогого вишневого Феррари мужчина не смог справиться с эмоциями и выскочил из машины, чтобы разобраться с лихачом на автовазе. Чем закончился конфликт, осталось за кадром. Сейчас хорошо, я сейчас. Ёпта! Вот это да, передо мной. Z4 разбили только что передо мной. Разворачивайся.